На прилавках палтус, Китай и гордость выставки. Чивыча – самый крупный вид из тихоокеанских лососей. Белорыбица и другие представители той самой камчатской рыбы. Все это часть ассортимента ярмарки, которая проходит в Петрозаводске. У нас рыбка вся Камчатский край, Северный край. В основном рыба красная. Это королева продаж у нас – это чивыча, дикий лосось. Рыбка вся у нас дикая, не выращена. Очень богата своими, каждая именно своей группой витамин. Жители нашего региона могут оценить и дальневосточную красную икру, и камчатского краба. Многие решили заглянуть на ярмарку после отзывов знакомых. Я приехала из Новой Вилги за рыбкой. Мне моя подруга рассказала, что рыбка очень вкусная, они уже не один раз приходили. Поэтому я решила сегодня тоже прийти и полакомиться, устроить себе праздник. Приобрести редкую в наших краях рыбу и морепродукты жители столицы могут до конца недели. Гастрономическая выставка-ярмарка работает с сегодняшнего дня. Алексей Неживенок, Станислав Шведов, служба новостей.